Обеспечение коечным фондом и медицинским персоналом, создание резерва лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, маршрутизация пациентов при лечении гриппа и ОРВИ. Этими вопросами в преддверии эпидемического подъема заболеваемости занимается региональный Минздрав. Обеспечен запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты медицинских работников на 3 месяца работы, как положено, по нормативам. Вот здесь у нас проблем нет, и запас как лекарств, так и расходных материалов у нас составляет 100%. В настоящее время в регионе для госпитализации имеется 79 коек. В период эпидемии есть возможность развернуть еще 132. Амбулаторный прием в городе Магадане будет проводиться в 5-м амбулаторном отделении по улице Колымской, 11А. Во всех районных больницах будут организованы, будут работать в этом плане кабинеты неотложной помощи. В случае тяжелого состояния пациента, соответственно, будет произведен выезд на дом, и пациент получит необходимую консультацию и лечение. Сейчас дополнительного привлечения специалистов не требуется. Эпидемию по гриппу ожидают в начале января. С сентября началась иммунизация населения. Уже привито 40% от утвержденного плана. Пришло у нас 52 910 доз, из этих доз, значит, мы получили практически 100% всей запланированной вакцины. Анна Корнетова, Илья Пачин. Специально для Карибу.